баварском Штраубинге разгорается предвыборная кампания. Этот регион является оплотом консервативных партий, но в последние годы здесь набирает силы правопопулистская партия «Альтернатива для Германии». Я лично проголосую за АДГ скорее от безысходности. Это крайняя мера, потому что ни одна из старых партий мне не подходит. По прогнозам, АДГ получит в этой земле около 13% голосов. Как и в остальной Германии, проблема миграции здесь является главным козырем партии. Важно выдворить тех, от кого нет смысла, а приглашать людей образованных и обученных. Кандидатка от партии АДГ в Баварии Катрин Эбнештайна считается одним из самых экстремальных политиков своей партии. Она утверждает, что Германию и Европу захлестнула миграция. Мы депортируем всех иностранцев, которые больше не имеют права находиться в стране. А это значит, мы разгрузим нашу социальную систему, наши больницы. И, конечно, наши дети снова будут лучше учиться в школе, потому что в классе не будет так много детей иностранцев, которые не говорят по-немецки. И если необходимо, нам нужна сильная Германия, а не только сильная Европа. Другие жители Штраубинга обеспокоены этим высказыванием. Это заставляет меня задуматься, потому что сейчас нам необходимо чувство сплоченности. Проблема АДГ в том, что она делает как раз обратное. Она разъединяет людей. Ужасно, что эта партия получает такую большую поддержку. У них нет вообще никаких решений. Это просто ужасно. Некоторые члены консервативной партии в регионе считают, что рост правых популистов вызван разочарованием в федеральном правительстве. Но я убежден, что голосование за АДГ – это не тот сигнал, который нужно посылать в Берлин, потому что это фактически еще больше затрудняет консерваторам получение большинства, поскольку некоторые из этих избирателей из нашего лагеря. Эрхард Гундль из партии «Зеленых» считает, что в этом отчасти виноват и стиль общения консервативной партии. Я вижу, что внутри консервативной партии есть конфликт. Люди, которые говорят, что давайте двигаться дальше вправо, и другие, которые являются умеренными. И тогда АДГ становится более приемлемой, потому что вы принимаете ее нарратив. Поэтому неудивительно, что люди говорят, что это просто еще одна нормальная партия. За 2 месяца до выборов в Баварии у немецких партий, похоже, отсутствует стратегия противодействия правопопулистской АДГ.